Встреча с многодетными семьями и родителями детей с ограниченными возможностями здоровья прошла в рамках проекта партии «Единая Россия», который называется «Крепкая семья». Мероприятие состоялось в Щелковском исполкоме партии. В нем приняли участие депутат Московской областной думы Николай Черкасов, глава городского округа Щелково Сергей Горелов, местные депутаты Анатолий Андронов и Николай Лавриеня. Темой встречи стало разъяснение мер социальной поддержки семей с детьми в Московской области в 2020 году. Николай Черкасов сообщил, что он выступит в Мособлдуме с законодательной инициативой, в которой предложит включить помощь в виде компенсации на питание обучающимся на дому детям школьного возраста, имеющим ограничения по здоровью. Также он отметил, что встречи с жителями необходимы, чтобы подготовленные законодательные акты соответствовали запросам людей. Сегодня мы все пришли к такому общему выводу. Во-первых, такие встречи должны быть постоянными, это первое. И второе, любая работа, любая помощь, вот в данном случае категории многодетных семей, причем независимо с детьми инвалидами или нет, но эта помощь должна носить адресный характер. На встрече жители задавали вопросы, касающиеся выдачи земельных участков и предоставления льгот многодетным семьям. Хочется, чтобы такие встречи были гораздо чаще. И вопросов очень много. И я так думаю, что они будут решаться при поддержке наших депутатов и при поддержке нашей администрации городского округа Щелково. По результатам мероприятия было принято решение и дальше проводить такие встречи с привлечением ответственных специалистов для решения проблем, с которыми сталкиваются многодетные семьи. В следующий раз по просьбе родителей пригласят представителей органов здравоохранения. Андрей Цеходович, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.